Лейцин, изолейцин и валин называются аминокислотами с разветвленными цепочками, которые находятся в БЦА. Они помогают предотвратить распад мышечных волокон и способствуют синтезу протеина. Но, кроме того, их прием может увеличить мощность и выносливость. Во время упражнений организм получает энергию из углеводов и жиров, но может использовать и аминокислоты. Самыми важными в этом смысле являются БЦА. Австралийские ученые сообщили, что прием лейцина увеличил выносливость у гребцов на каноэ. Такой результат согласовывается с выводами предыдущих исследований. Японские ученые на основе имеющихся исследовательских данных сообщили, что прием БЦА снижает вызываемые тренировками мышечные повреждения и способствует синтезу протеина. Большинство исследований подтверждают в пользу ежедневного приема 5 грамм БЦА, но лейцин, по-видимому, особенно эффективен. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!